Лидер Приднестровья Вадим Красносельский убежден, что ни о каком политическом урегулировании конфликта с Кишинео сейчас говорить не приходится. У нас есть четкий курс Приднестровской Молдавской Республики на независимость, на признание и на последующую реинтеграцию с Российской Федерацией. Это выбор народа Приднестровской Молдавской Республики, высказан на референдуме, и который закреплен и в Конституции, в принципе, и в иных законодательных актов нашего государства. Поэтому я, как президент, я не имею права нарушать ни Конституцию, ни законы, а обязан быть проводником наших норм закона. Поэтому говорить о каком-либо политическом статусе, составе единой неделимой, специальный статус, федерацию, я не имею права обсуждать. По словам Красносельского, цель Молдовы – поглотить неподконтрольный ей регион. И в этих условиях Тирасполь продолжает держать курс на независимость и международное признание. Лидер Приднестровья также добавил, что Тирасполь готов обсуждать ликвидацию барьеров в области транспорта, связи, банковского дела и решать другие вопросы социально-экономического характера, которые могли бы улучшить жизнь простых людей.